Эх, да что ж такое, что за работа такая? Посетителей вообще нету, даже зарплату не платят, что мне делать вообще? Лук-батун до сих пор не нашел, горшок без него прохлаждается. Как мне это все надоело, господи. Привет, друзья, я Фиксай, добро пожаловать обратно в Майнкрафт. В общем, рассказываю, в чем дело. Я хотел специально устроиться на работу в бюро находок, но в итоге у меня нифига не получилось, я устроился в какой-то автомобильный цех. Говорят то, что в этом городе где-то находится один единственный лук-батун, и мне его каким-то образом придется найти. Но пешком ходить это вообще такое себе. Купить машину я также себе не могу, поэтому, блин, я даже не знаю, что мне делать. Вот эти чертовы пионы всякие, это что, это Хаустония, ненавижу ее. Поэтому у меня появилась просто гениальнейшая идея. Но перед тем, как мы начнем, давайте наберем на этом ролике 3 лайка. И тогда лук-батун я точно найду. А если ты тут впервые, то обязательно подписывайся на канал. Ведь, как говорится, не подписался, без лука-батуна остался. Так, а мы начинаем. Давайте прямо сейчас пройдем в наш цех по производству машин. Так, кажется, он находится где-то здесь. Да, отлично. Не удивляйтесь, то, что я сейчас передвигаюсь на вот это вот стуле. Это, в принципе, не важно. Сейчас я вам покажу, как у нас здесь все происходит. То есть, если нам поступает, например, какой-то заказ на машину, то люди подходят сюда и начинают строить машины. Здесь из готовых есть, например, вот такая вот гоночная. Есть вот такой вот гигантский автобус. Что это такое? Это, ну, типа автобус. А, нет, это фура для перевозки руд. Но эти все машины мне не подходит, потому что они слишком палевные. Если я их украду, то меня 100% спалят. А вот здесь вот никто еще машину не строил и только собираются. Поэтому это отличная возможность для нас. Сейчас мы, значит, построим нашу машину и отправимся на поиски лука-батуна. Так, все, начинаем, значит. 3 колеса для нас будет слишком много, поэтому давайте-ка мы их поменяем. Вот 2 колеса, они расположены друг к другу. Вообще прекрасно. Так, а где мы с вами будем сидеть? Ну, давайте что ли посередине где-нибудь. Нет, это слишком... Во! Отлично! Так, все, посмотрим, что у нас по ресурсам. Во-первых, стекло обязательно нам нужно взять, чтобы, ну, нас не продувало. А стекло мы поставим приблизительно вот здесь вот. Да, шикарно. Так, здесь у нас различные кнопки. О, господи, это что, кнопки? Ненавижу кнопки. Нам нужно максимально некрасочный дизайн. Поэтому возьмем с вами черную шерсть. А также в знак того, что мы с вами ищем лук-батон, возьмем фиолетовую шерсть. Так, сделаем тачку нашу заниженной. Она у нас будет полностью такой вот черной. Так, каркас мы с вами спокойно сделали. Теперь добавляем фиолетовую шерсть. А вот здесь по бокам, чтобы нас никто не видел, типа затонированные стекла. Из меня строитель, конечно, никудышный, но я постараюсь что-нибудь такое красивое сделать. Я придумал. Мы сейчас будем сшибать абсолютно всех, кто будет на нашем пути. Но для этого мне уже что-то острое. Например, нет, воронки, наверное, не подойдут. Хотя, стоп. Рычаги. А почему бы и нет? Так, если мы с вами сюда рычаги поставим, то вообще замечательно. Будем насаживать абсолютно всех. Тогда здесь блоки поменяем. Возьмем что-нибудь очень и очень такое крепкое. Например, железо. Почему бы и нет? Так, железо поставили. Теперь рычаги. Замечательно. Ладно, так уж и быть. Мы с вами возьмем вот такие вот кнопки. Это у нас типа будут фары. Отлично, что у нас еще здесь есть? Так, губка. 100% нужно поставить губку на тот случай, если мы с вами упадем в воду. Так, поставим 2 губки здесь. Для нашего путешествия мы создадим самую просто машину для убийств какую-то. На все случаи жизни. Также сделаем с вами лед. Это на всякий случай на запас. Вдруг мы с вами попадем в какой-нибудь ад, а у нас воды не будет. А лед-то растопится. Сверху красные грибы, чтобы понимали, кто здесь едет вообще. Хотя я говорил то, что мы с вами будем строить максимально беспалевную тачку. Но я все-таки так подумал. Нужно сделать наоборот, супер защищенную. Так, что здесь есть еще из таких полезных блоков? Лестницы, наковальни и воронки. Так, лестницы поставим с вами здесь, например, наковальню. Зачем мне наковальня вообще нужна? Я придумал! Нафиг эти фары! Мы с вами поставим воронки, чтобы собирать абсолютно все ресурсы, которые будут на нашем пути. Так, а наковальни поставим здесь, как будто мы с вами гипер жесткие. Мне вообще интересно, эта махина поедет или нет? Выглядит она максимально ужасно. А теперь все зафигачим прозрачным стеклом, чтобы к нам никто не подкрался. И в итоге у нас получается какая-то коробка, а не машина. Да, замечательно. Ну а что поделаешь? Делайте ваши ставки, господа. Прямо сейчас напишите в комментариях, эта махина вообще заведется или нет. Так, достраиваем. Значит, здесь стекло добавляем. Отличненько. И, в принципе, практически все. Так, здесь нужно освободить место, чтобы все собиралось. И, в принципе, машинка готова. Вот только посмотрите на это чудо-юдо. Все, давайте попробуем его построить. Так, все, построить машину. Да-да-да, я согласен. Все, пошла жара. Так, он начинает строить ее. Смотри, как это забавно выглядит. Ты, дружище, если что, меня не пали. Это заказ там для нашего VIP-клиента. Ух ты, ля-ля, смотри, 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 там двигатель, кажется, он поставил уже. О, уже задрыгало. Так, и кажись, получилось. Ну, давайте, что ли, попробуем поехать на ней. Так, запускаем. Да ладно, она что, будет работать, реально? Так, стоп. О, боже мой, что с ней происходит с этой машиной? Я не хотел, чтобы она выглядела настолько плохо. Нет, я же достроил ее полностью. Почему сзади какие-то непонятные стекла еще есть? Я не знаю, что построил, но она очень медленная. Боже мой, на улице аж стемнело. Ой-ой-ой, дружище, не-не-не, это я гостю везу нашу тачку. Так, стоп, погодите, я что-то не пойму. У нас здесь есть сервисный поинт. И что я при помощи этого могу сделать?
сделать. Так, это у нас сервер стул, то есть можно с вами починить нашу машину, да? Ой! Ой-ой-ой, что я сделал? Что происходит? Я ее починил, что ли? Она может ломаться, что ли? А-а-а, серьезно? Я даже и не знал. Ну, все, кажется, я ее починил, отлично. Да-да, спасибо. Он мне говорит то, что машина новенькая, как и была. Ну что здесь происходит? Я ее управлять теперь вообще не могу. Как я ее управлять вообще? О, ну ее нафиг эту машину. Ладно, давайте, что ли, посмотрим лучше из готовых. Вот, например, гоночная машина. Она будет быстрее моей или нет? Что происходит? Почему он на старую машину строит новую? Так, стоп, а если нажму right? Чего, блин? Как мне теперь ею управлять? Что? Где она вообще находится? Так, ну вон она построилась, я это прекрасно вижу. И как мне на ней поехать? Привет, дружище, как мне машину-то мою взять? Что происходит? Боже мой, что с моей машиной? Я не хотел, чтобы она была настолько плохой. Нет. Так вот, там какая-то вообще анархия происходит. Он на еще одну машину строит еще одну машину. Да, сейчас посмотрим, что из этого вообще выйдет. Я уже хочу быстрее отправиться в путь. Мне не нужна эта мелочь, мне нужен мой лук-батун. Так, все, вот, кажется, она построилась. Да? Замечательно, теперь все. О, боже мой, что с этой машиной не так? Это какой-то гибрид получился. Я даже водить ее не могу. Тут нету сиденья, он не построил сиденье для нее. Да. Судьба так максимально не хочет, чтобы я находил лук-батун. Ладно, хорошо, у нас еще есть другие виды машин. Вот, например, такой вот автобус. Давайте его построим, хорошо. Я, конечно, свою машину построил, но что-то она не особо едет. Сейчас посмотрим, как автобус себя поведет. Так, хорошо, она построилась. Так, все, поехали на ней. Так, мы в нее сели и... Господи, нифига себе, а мне кажется, или она едет намного быстрее. Подождите, на картинке она выглядела совсем по-другому. А, нет, так же. Ладно, все, погнали, короче, отправляемся в путь. В принципе, эта машина меня вообще устраивает. Правда, я ни черта не вижу в этой машине, где я вообще нахожусь. А, боже мой, нет, куда ты поплыл? Замечательно. Просто шикарно. Ну, спасибо. Ну, каким образом, я не понимаю. Кто придумал не ставить машину стекла? И как мне наверх в город вернуться? Тут же ни подъема, ничего нету. Вот только какой-то лес есть и все. Ладно, хорошо, давайте поедем по лесу. Что тут поделаешь? Мне каким-то образом сейчас нужно вернуться в мой город. Так, смотрите, здесь есть небольшой подъем. Если сейчас получится, будет вообще замечательно. Да, получается. Отлично. Все, мы с вами в городе. А чё? Чё она так дрыгается? Это заправка или что? Так, давайте остановимся. Если у меня закончился бензин, это очень-очень плохо. Так, и как здесь? Просто на рычаг нужно нажать и все. Опа, вы это видели? Что-то произошло сейчас. Да, кажется, получилось или нет. Сейчас попробуем поехать на ней. Да, все нормально, она прекрасно едет, отлично. Тогда продолжаем наш путь. Я здесь вообще в городе впервые, поэтому будем осматривать абсолютно каждый уголок этого города. Стоп, смотрите, еще один горшок и никакого цветка нету. Как будто бы есть какой-то вор, который крадет абсолютно все цветы. Так, это чей-то душ. У меня ощущение, что я зашел в чей-то дом. Но здесь вообще ничего нету. Это, кажется, еще одна мастерская какая-то. Но лука-батуна здесь нету. Смотрите, опять горшки, а цветов нету. Кому интересно, понадобились абсолютно все цветы. Вот какая-то мистика все-таки здесь. Еще горшок без ничего. И еще. Ладно, хорошо, я понял, нужно возвращаться обратно. Здесь мы с вами ничего толкового не найдем. Так, здесь еще какое-то гигантское здание, но в него я заезжать не буду. Так, вон там банк есть. Но это, в принципе, не похоже на то, чтобы там мог находиться лук-батун. Так, смотрите, стоп. Это попугай или кто? Привет, дружок. А что ты тут забыл вообще? Ладненько, зайдем в банк. А куда весь народ-то подевался? Где все? И тут тоже нигде нету цветов. О, я не знаю, сколько я уже здесь нахожусь, на улице аж стемнело. Но погодите, единственное, что мы с вами не проверили, так это сундуки. Я ж, по-моему, ни в один сундук еще не зашел. Так, стоп, а здесь вообще двери есть? Так, вот как раз таки сундуки. Здесь ничего, здесь тоже. Так, стоп, друзья, я, кажется, что-то нашел. Какая-то книга. Привет, Фиксай, я знал, что ты 100% отправишься в банки, поэтому решил оставить тебе послание. Да, я украл абсолютно все цветы в городе. Для тебя будет нелегкая задачка найти свой лук-батун. Для начала постарайся найти хотя бы Хаустонию Серу. И тогда я уже подумаю, стоит ли тебе давать батун или нет. Стоп, погодите. Я и представить не могу, что это за человек. И почему ему так нужен этот цветок, Хаустония серая. И для чего ему вообще абсолютно все цветы? Хаустония — это единственный цветок, который умеет в коллекции. Так он даже не написал, где его искать, где мне оставлять эту Хаустонию, где мне вообще найти эту Хаустонию. Однако жизнь была у меня там в гараже, но это была не Хаустония, потому что там были желтые лепестки. А Хаустония, она полностью белая, если я не ошибаюсь. И что, получается, мне теперь по всему городу искать эту Хаустонию. Вот это что такое? Это у нас ромашки. Да нет, какое-то издевательство вообще. Ладно, я понял, хорошо. Наверняка тогда, если есть одно послание, он мне оставил еще другие. Но где мне их найти? Так, все, садимся и едем дальше. Но смотрите, это какой-то отель. Возможно, там есть еще послание. Но пока что мы с вами полетаем здесь, на нашей машине, и поищем Хаустонию. А, так стоп, так вот же она, да? Это же Хаустония. Или нет, погодите. А, нет, погодите, это голубой Василек. Какой еще голубой, если он желтый? Либо его переименовали. Вот поэтому он и не может найти Хаустонию, я все понял. Так, давайте отправимся в мотель.
отель, наверняка там будет послание, я 100% в этом уверен. Ему ж надо было где-то жить. Так, стоп, а где он находился-то? А, я потерялся! Не-не-не, только не говорите, что я сейчас не найду его. В какой стороне он был? Даже здесь, да? Или нет? А, вон он, все вижу. Ух, слава богу. О, какой же он дурак! А, из-за этого украл мой лук-батун. Я разгадал всю загадку. Сейчас надеюсь, что он там будет находиться, и я ему все расскажу. Так, здесь. Что за страшные звуки опять? Здесь вроде бы ничего мистического нету. Номера как номера. Так, смотрим здесь. Ничего нету, какие-то просто закрытые двери. А, это, кажется, ресепшн. Ну куда все люди-то пропали, я не понимаю. И смотрите, да, здесь тоже никакого цветка нету. Мне бы как-нибудь на второй этаж забраться, как это сделать? Лучше возьму машину, подъеду. Так, стоп, это, кажется, подъем, да? Стоп, вы там видели что-то или нет? Или мне показалось? Ладно, без разницы. Все, забираемся на второй этаж, смотрим. Опа, чьи какие-то двери. Двери в никуда просто. А что там машина-то рычит? Не рычит, дружище. Здесь двери открыты. Здравствуйте, кто-нибудь здесь есть? Никого. Ладно. Будем смотреть абсолютно каждый вот этот вот номер. Здесь тоже никого нету. И смотрите, двери все открыты. Вода не работает. Мне это совершенно не нравится. Устроить такую бучу ради какого-то цветка, господи, это же бред вообще какой-то. Как будто бы он, не знаю, коллекционер каких-то бабочек, и у него эту бабочку украли. Вот то же самое. Или это то же самое, что флаги собирать, а там, например, ему флаг не продали. Это просто... Это просто ужас какой-то. Так, стоп, кровь, череп и книга. Вот этого я вообще не ожидал сейчас увидеть. Это последний номер, что ли? Да, это последний номер. Стоп, так, этот парень не хотел мне его отдавать. Он сказал, что это Хаустония. Но на самом деле это Синий Василек. Кого он надумал обмануть? Икса, если ты это читаешь, то я тебя жду на берегу моря вместе с Хаустонией Серой. Там будет будка с воронками. Туда ты должен бросить Хаустонию и уйти. Только тогда ты получишь свой лук-батун. У тебя 24 часа, время пошло. На берегу моря, получается. Так я ж был там на берегу моря. Ладно, хорошо, я знаю, что я прямо сейчас делаю. Мы тогда с вами отправимся на этот берег моря. Я напишу в книге то, что это не Хаустония, это голубой Василек, ты зря этого парня покарал. Отдам ему тогда вот этот цветок, и он 100% успокоится. Наконец-таки, надеюсь, вернет мне мой лук-батун. На улице опять стемнело, подождите, или это уже стемнело, не понимаю. Так, что ты рычишь там, все, я бегу к тебе. Так, хорошо, отправляемся с вами на берег моря. А какой берег? Здесь же полным-полно его. Он со всех сторон. Так, вон там пляж какой-то, но, слушайте, я не думаю, то, что он там находится. Мне кажется, он бы находится рядом с гаражом. Он же все-таки знает, где я работаю. Поэтому поехали обратно. Так, значит, я выезжал отсюда. Это что за человек там стоит, смотрите. Если это он, то плохи его дела. Берег моря, значит. Нет, точно не здесь. Где-то он в другом месте был. Здесь, что ли? Да, вон, вижу. Тихо, главное не разбиться. Нормально, живу. Так, отлично. Вон она будка, вот это я ее вижу. Да, все-таки он не соврал. Но почему именно я? Вот это что-то шантажировать меня луком-батуном. Так, воронки, значит. Хорошо, у меня есть идея. Да, как я уже сказал, сейчас мы ему на все напишем. Чувак, я не знаю, кто ты. Но одумайся. Ты зря надругался над тем парнем. Синий Василек. Это и есть Хаустония Серая. Просто ее переименовали. Ты заблуждался. Разве ты не заметил, что у тебя в коллекции есть все цветы, кроме этого? И лишь только из-за названия ты пошел на такой гадкий поступок. Одумайся, я тебе даю этот Василек. И чтобы впредь ты не мешал никому. И верни лук-батон. Ух, все. Вот так вот будет, мне кажется, вообще замечательно. Все, в принципе, можем теперь ему подписать. Да-да, лучше подпишем. Ты глупец, вот так ему напишу. Неизвестный автор, фиксай. Все, теперь 100%, да, отлично, все, кидаем. Ух, слава богу. Фикса, а ты мне поверил. Как же хорошо, что мы с тобой встретились. А чертов побери, моя голова. Что происходит? Где? Почему меня тянет на дно?